Лена, чем мы можем порадовать болельщиков? Соперниками россиян в этом финале стала сборная Германии. Именно эта команда последние два чемпионата забирала у российских спортсменов звание чемпионов. Пришло время рассчитаться по долгам. И Иван Криштопов в первом периоде забивает гол, который стал решающим для всей игры. Хоть немцам и удалось сравнять счет, к концу периода российских мотоболистов уже было не остановить. В итоге Иван забивает 3 мяча, Владимир Сосницкий 2 и 1. В заключительном периоде на свой счет записывает Роман Вицина. Итог финала 6-2. Как отметил глава Ленинского района Олег Хромов, который присутствовал на чемпионате, мы гордимся, что эту победу стране подарили спортсмены «Металлурга». 9 из 10 мотоболистов сборной были представлены видновчанами. Итак, повторюсь, россияне вернули себе звание чемпионов России и победили в 30-м юбилейном чемпионате Европы. Спасибо за хорошие новости. Поздравляем всех с победой. Россия – чемпион.